не представляю, как на этот костюм. А мы сейчас подождем, пока он развалится. Маленький такой костерчик глинтвейновый сделаем. Так, ребят, пошли за топором. Ну, да, эти огурчики, как положено. Можно музыку? Ну, давайте. Звезда горит. Продемонстрировать. Почетный шахтер. Есть? Я однажды в интернете поиск сделал. Ботиночки шитьем, цыпленка на цепочке, котеночка в мешке. Но все будет не так, и все будут не те. А я скажу спасибо, а я скажу бонжур. Мне ничего не надо, я замуж ухожу. На новеньком трамвайчике с оркестром под венец поеду без билета, что же делать мне? Мой муж хороший дядя, с усами до ушей, парадом обиде читает для местных алкашей. Предлагай кому-то. Не, это вот ты. Доставай. Доставай, доставай. Ну чего? Это компромат. Да, попробую. Открывай. Теперь, когда автобус пришел, можно... Да откуда он стоит? Ну, он там где-то там колымил. Она нейропсихологическая, она нейропсихологическая и лингвистическая. Очень, очень налобные доли. Компромат, да? Суббота после шести можно. Субтитры сделал DimaTorzok.
Хорошо получилось. Да. Саша, вы потом мне это, не удалите фотографию, все-таки это. Удалите, удалите. Она мне очень нравится. Она мне очень нравится, пожалуйста, оставьте. А я с Алексеем Николаевичем только что получила обещание. Обещание? Обещание. А что он обещал? Она поклята. За вас. Я за вас. Я же другим не предложил, но вы же старый походите. Предзащитная. Ой, нет, после... Нет, предзащитная. Предзащитная. Я потом еще послезащитная. На кафедре психофизиологии хорошо, празднуются все защиты, предзащиты. Люблю я туда приходить. Давай, Дмитрий Алексеевич, ты говори песню. А кто у нас еще поет? Тут много всех. Тут вообще в доме 5 гитар. Было 6 пакетов. За время пути собачка могла выпить один пакет. Так начинается алкоголизм. Но это не моя собачка. Уважаемые коллеги, мы бы хотели попрощаться с вами. Говорят, что последняя лошадь уходит в Москву через 5-7 минут. Надо еще взять вещи и найти эту последнюю лошадь. Спасибо за приезд. Здесь было прекрасно. Спасибо. Костер еще горит. Есть еще что выпить, закусить, да, у нас еще все впереди. Что обсудить. Да. Спасибо вам. Спасибо. Счастливо. Плодотворной работы вам завтра. Спасибо вам. Счастливо. Спасибо.
Девушки жаждут. Один-один. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. До свидания.